Московские милиционеры проводят необычный эксперимент, который позволит жителям столицы освободить карманы от большого количества документов. По замыслу инициаторов поправки, достаточно будет один раз пройти проверку личности и получить несмываемый штамп, после чего о регистрации и даже водительских правах можно будет забыть как минимум на год. В том, что эта процедура абсолютно безвредная и безболезненная, на себе убедились наши корреспонденты. У старшего лейтенанта Рыжова и старшего сержанта Кузнецова с сегодняшнего дня прибавилось канцелярской работы. Пистолет, автомат, дубинка и наручники – это для тех, кто закон не уважает и нарушает. Для тех же, кто перед ним чист, у инспекторов есть сюрприз. Документ в порядке? На первый взгляд – обычная проверка документов. Паспорт, прописка, регистрация, если приезжий. У Джабула все в порядке. Теперь это будет подтверждать специальная печать. При следующей проверке документов показываешь печать, все. У тебя документы не проверяют. И можете идти. Все, всего доброго. Столичные милиционеры решили помечать законопослушных граждан, чтобы при повторных проверках экономить время. Как свое, так и чужое. Вот, к примеру, молодой человек. Сперва дежурная фраза. Старший лейтенант Рыжов, проверка документов. Затем непривычная процедура. Теперь он целый год может не носить с собой документы. Именно столько на его руке продержатся специальные чернила. Перед тем, как опробовать новшество, милиционеры долго спорили, на какой части тела ставить печать, подтверждающую законопослушность человека. На лбу, конечно, издалека видно, но мало кто на это пойдет. Под одеждой неудобно проверять. Решили лучшее место для штампа на тыльной стороне ладони. И предъявить просто, и в глаза не бросается. После встречи с милиционерами теперь можно либо отправиться в отделение, либо дальше по своим делам, но уже со штампом на руке. Дайте руку, мы вам поставим печать. Печать несмываемая. Целый год вас могут уже не проверять. Офигеть, кстати. А что, прикалываете, что ли? Нет. Поверен, видишь? Почитайте печать. Печать не смывается она? На год она у вас теперь останется. Не все москвичи и гости столицы адекватно восприняли такой неожиданный ход. Но больше оказалось тех, кто в положение патрульных вошел. Работать в перенаселенном мегаполисе им с каждым днем все сложнее. Дело в том, что милиции наши, она нас бережет. Анатолий Кондратьевич заверил, рад тому, что его опечатали. Он всегда боялся потерять документы. Теперь их целый год можно хранить дома до следующей проверки. А Екатерина вообще удивила милиционеров своей готовностью к экспериментам. Меня целый год не будут проверять, да, документы? Да. Любое место, да? Вас не будут проверять, вы печать показываете и все. В любое место. Не, ну вы так говорите с улыбкой, в любое место. В любое место. Пожалуйста. Можно сюда? За день инспекторы проверили документы почти у 200 жителей столицы. Это на двоих. Всего же сегодня было опечатано больше миллиона москвичей и не только. Афроамериканец. Олег Солнцев, Константин Яровенко, Вячеслав Посудников, НТВ, Москва.